Все, мы прошли регистрацию. Да. Говори, как ты чуть не стрял на границе. Почему именно гражданам Казахстана нужно предъявить обратный билет в Гонконг? Так бы не пустили. Гражданам россиянам? Да, у меня не попросили, а у Макса спросили билет. Слава богу, у нас были распечатанные билеты. Мы предоставили документ о том, что мы через 2 дня все-таки улетаем из Гонконга. Просто распечатки было достаточно, то есть они проверяли по базам, еще что-то. Просто бумажка, распечатки. Во время прохождения регистрации мы столкнулись с еще одной проблемой, это сдача багажа, так как, когда мы полетим на Филиппины, у нас не указан багаж в билете, поэтому мы должны будем входить только в ручной кладь. У нас там машинка для бритья вот этого вот. Ну да. И поэтому мы думали, что ее не пропустят в багаже сейчас. Мы спросили на стойке регистрации. Нам сказали, что там лезли, и ее, возможно, не пропустят. И что вернуться обратно нельзя будет, если нас не примут ручную кладь. Ее придется либо выкидывать, либо не лететь. Мохнатый, либо вот такой. Как убить, вот, а вообще на S7 пускается 5 килограмм ручной клади. Но... Во внутренних авиалиниях, а во внешних, неизвестно. Международных неизвестно. Она сказала, у нее было 9 килограмм, Алена. Спасибо. И пропустили, сказали, вполне достаточно. Единственное, что был красавец с этой машинкой. Да. И поэтому не стали рисковать, но отправили его багажом. Нам надо автобус найти на Будду, чтобы попасть на другой остров, на Лантау. Это номера автобусов, на которых мы сейчас поедем. Мы сейчас проехали на автобусе вообще бесплатно, мы ни хрена ничего не заплатили. У нас не было мелких денег, потому что проезд стоит 7 гонконгских долларов на двоих, получается. У нас было 50, мы показываем водителю. Он такой сказал, что нет, а потом говорит, идите, идите свободно, люди. Ну вот мы приехали на великого большого Будду. Будда, как сказать-то. Здесь играет такая умиротворенная музыка. Макс прикайфовал, он не хочет никуда идти, не хочет подниматься. Я присел, пофоткался, и все, я расслабился. И решил уснуть. И представил, что нету туристов вокруг, никого нету. Одна музыка, Будда, природа, горы. Очень кайфово. А корова? Ну, корова, это уже луга. Здесь ходят коровы с какими-то бирками на ушах. Номер 1, номер 2. Да. VIP-корова. Number 1. Китаянки ходят, фотографируются с ними. Мы приехали на автобусе номер 23.
кажется, сюда еще 11-й автобус ходит, про который говорили туристы. Мы впоследствии узнаем его цену. Доехали мы за 35 гонконгских долларов. В чем один сэкономили? Один билет стоит в одну сторону 17 долларов 20 центов гонконгских. А фуникулер без прозрачного пола? Стандартный кабинка фуникулера стоит 150 гонконгских долларов в одну сторону и 210 гонконгских долларов в обе стороны. Ну, мы, в принципе, готовы были купить уже билеты на фуникулер, но как-то увидели очередь, эту бешеную очередь, да. Неумоверно. Она змейкой заворачивается, и она на несколько этажей раскручена. Мы просто дошли до конца очереди, развернулись и ушли. И пошли искать автобус, который проискали 3 часа. И в итоге мы не пожалели, мы пожрали, сходили в Макдональдс. Если мы стояли в очереди, мы бы, наверное, еще 2 часа стояли, умерли бы там. С голоду, от да. жары, от усталости. А так мы проехали, между прочим, с автобуса также очень красивые пейзажи. Я снял кроссовки, одел тапки, потому что это уже нереально. Да, я 3 дня ходил в зимних ботинках, 2 дня, 2 суток, грубо говоря. В Новосибирске проходил. И сегодня у меня ноги просто кайфуют, как я сейчас на этой лужайке. Под Буддой. Будда осталось вообще очень мало до нее. С 10 килограммами. Ну, средний. Ну не так уж тяжело, скажи все равно. Я уже первую популярность обрел. Со мной фотографировались. Несколько раз. Ладно, уж один. Да. Несколько кадров просто. Зеленый не пользуется популярностью. Она черненькая. Мальчик мне с черненькой бородой сказал. Так, ты светленький. Угу, был когда-то. На себя посмотри. Чего? Макс, тебе нравится здесь? Да. Ты хочешь здесь остариться и умереть? Я не хочу здесь умирать. Я вообще не хочу стареть. Что для тебя старость? Андрос. Посыпало. Я снимал свечи на фоне Будды. Вот эти вот свечи на фоне Будды. И? Меня что-то сверху наказало. Сдох свечи, пепел упал прямо на меня и на мою камеру. Потому что нельзя фотографировать в священных местах. Мать, тебе что говорила? Ну, суни говорят. Это китайские туалеты. Нет, даже туалеты здесь выглядят, как храмы. Сейчас вы посмотрите. Сижу я, хоть и возле туалета, отдыхаю. Макс закурил. Стрельнул. Стрельнул? У китайца, который добродушно угостил его сигареткой. Да, это не Россия, где усратый туалет. Здесь в туалете стоит на улице. Со скрипкой туалет. С классикой. Классический можно сходить в туалет. Классический. Как Ван Гог, Моцарт, Бах. Приобщиться к культуре. И творчество сразу заграет. Эпохи Ренессанса. А сейчас мы запечатляем исторический момент, как Макс прощается со своими любимыми кроссовками, которые он проносил 5,5 лет. Скажите,
что вы испытываете в этот момент. Кайф. Скажи, что ты счастлив. Два. Чувствуешь себя свободным человеком? Нет, сегодня не такое настроение. Какое? Вчера на Будде было прям. Свободное? А сегодня какое? Здесь суета. Народ. Народ. Солнце палит. Природы меньше. Инфраструктура. Отели, нет, пафос. Нет такой свободы, когда горы. Музыка вот эта приличная в Китае. Прилично? Прилично. Клёво? Классно. Мы сейчас едем на Пик Викторию. На Старфере. Это же классная штука, которая пользуется здесь. Используется, вернее, как. Общественный транспорт наравне с метро, автобусами. Пик Виктория. Настроения у нас уже, конечно, нет. Оно просто пропало. Мы уже устали. Нет, мы просто насмотрелись на солнышко. Мы ждали закат и ждем. Мы присели, поймали Wi-Fi. Все очень красиво. Выпроводил тетя. Уже даже с самого поднятия по трамваю было понятно, что будет очень шикарно. Поднялись на самую высоту. Увидели Гонконг. Как на ладони. Весь Гонконг, да. Просто ну, перешли сейчас на другую сторону, и там такая картинка просто умиротворенная.